Майские праздники – это еще и время, когда многие впервые в году выбираются на природу пожарить шашлыки. Сколько стоит такой отдых в странах Содружества и какое мясо там предпочитают, расскажут мои коллеги. В Казахстане шашлык готовят из баранины, говядины, курицы и утки. Самый популярный из баранины. Чтобы нейтрализовать специфический запах мяса, многие используют маринад на айране. Настаивать в нем нужно около 12 часов. Шашлык из баранины самый дорогой. Килограмм мяса для самостоятельного приготовления стоит 4000 тенге. Это 900 российских рублей. А вот за покупной придется отдать 9000 тенге или 1800 рублей. По данным специалистов, спрос на шашлыки летом выше на 30%. На одном из центральных рынков Минска увеличились очереди. Спрос вырос на мясо. Белорусы охотнее раскупают птицу, но самые популярные в стране шашлыки свинины. Маринад классический, репчатый лук, уксус и специи. Есть варианты шашлыка из сала или халяльные из белорусских шампиньонов. Сейчас на большей части территории Беларуси посещение лесов ограничено из-за пожарной опасности. Разжигать огонь нельзя, штраф. Поэтому многие предпочитают покупать готовый шашлык. Цена за килограмм около 70 белорусов. Русских или чуть больше 2000 российских рублей. Замаринованный и пожаренный самостоятельно будет гораздо дешевле. Килограмм свинины стоит около 20 белорусских рублей, а это около 570 российских. В Кыргызстане большим спросом пользуется шашлык из баранины. В этом случае из килограмма мяса получается всего лишь две палочки. Самый надежный и простой маринад – это лук, специи и газированная вода. Чтобы продукт был готов к жарке, его нужно выдержать в этом соусе не менее 3 часов. Приготовленное по этому рецепту блюдо обойдется примерно в 1000 сомов. Это столько же рублей. В точках общественного питания, в кафе, ресторанах и шашлычных, цена варьируется от 350 до 500 сомов за один шампур. Способы приготовления мяса у всех разные. У нас баранина готовится 25-30 минут, люляка 15-20 минут. Мы туда добавляем минералку, майонеза и специю. Киви не добавляем. В Баку предпочитают классический шашлык. Порезанные на кусочки мяса молодого барашка маринуют в луке, в черном перце как минимум 2 часа. Соль добавляют непосредственно перед жаркой. Так шашлык получается нежным и сочным. 1 килограмм мяса обойдется в 25 манатов. Это 1500 рублей. Цена с прошлого года почти не изменилась. Стала дороже всего на 2 маната. Это 100 рублей.